опередишь меня. Виктор. Давай, продолжим на улице. Всегда был лучше. А куда же делась твоя подружка? Пожалуйста, Кайло, не уходи. Все будет хорошо. Нет, Логан, не будет. Страйкер. Я тут, чтобы... Ты знал, что он придет. Аппетиты Виктора вышли из-под контроля. Нам пришлось его запереть. Но он сбежал. Сказал, что придет за нами. Так вот зачем ты здесь. Спасаешь свой зад. Он убил Уэйда. Следующим будешь ты. Что ты задумал? Найду и убью его. Ты уже пытался. Он сильнее тебя, Логан. И ты это знаешь. Но есть выход. Я могу дать тебе оружие, чтобы победить. Я обещаю тебе две вещи. Ты испытаешь такую боль, что никто, кроме тебя, не выдержал бы. Твои кости будут укреплены адамантием. Когда мы закончим, ты сможешь противостоять кому угодно, даже Криду. Скажи ему, что этот камень для меня гораздо важнее его жизни. Даже не думал, что ты смотришь. Мой брат, моя смотря. И мой приказ. Операция прошла успешно, но он ненадежен. У нас есть его ДНК для оружия 11. Уничтожить его. Эвакуировать научный персонал. Персоналу немедленная эвакуация.
потери! Пришли его под прицел, Сэр! Я тоже так думаю, Сэр! У нас есть исключение, но пусть оно не никого не нашли. Мы были созданы, чтобы убивать таких, как ты. Приятель, я уникален. А лучше тебя никого не нашло. И мы оба знаем, кто лучше. Хочешь моего тела? Покажи мне. Радужку. Огонь на поражение. Повторяю. Лучший в своем деле. Штаб, у нас потери. Пришлите подкрепление. Коган, это полковник Страйкер. Ты можешь объяснить, что, черт побери, ты творишь? Ты убил моих людей и испортил дорогостоящее оборудование. Ты потерял контроль, сынок. Немедленно остановись! Что, черт побери, только моргни, и ты труп. Твои друзья переборщили с одеколоном. Активация маскировки. Yeah!
попробовать еще раз. Черт побери! Я доктор Кэрол Фрост. Работаю на доктора Корнелиуса. Думаю, что смогу помочь тебе. Что со мной? Для страховки от побега Страйкер сделал тебе инъекцию биоэнзима. Он только что активировался. Блокировал твою способность к регенерации чутье. Я могу это исправить, но тебе нужно попасть в мою лабораторию. К северу от тебя. Почему я должен тебе верить? Потому что иначе ты умрешь. Так ты, значит, мой ангел-хранитель. Я просто хочу помочь. Стой! Ты не понимаешь! Я хочу остановить зверство, которое они творят! С тебя я и начну. Это что? Это блокирует биоэнзим. Ладно. Готов. Теперь порядок. Если ты придешь в биолабораторию, я починю твою регенерацию. Эй, док, если это ловушка, знай, я тебя найду. Тогда мне не о чем беспокоиться. Я принесу вещи. Внимание! Оружие Икс вернулось на свободу. Он чрезвычайно опасен. Сообщать центральному командованию о любом контакте с ним. Что-то заметил. Это просто портативная турель. Не уверен. Тебе от страха везде мерещится оружие Икс. Пошли уже. Может, стоит об этом доложить? Введен красный код тревоги. Все выходы заблокированы и находятся в военном...
планеты и считается чрезвычайно опасным. Всем гражданам нужно избегать с ним контактов. Бегают, обмочив штаны от страха перед оружием X. Ха. Жаль, что этого сукина сына нет сейчас здесь. Я точно знаю, что это. В комплексе введен красный код тревоги. Обеспечить военным отрядом беспрепятственный проход по коридорам. У нас мало времени. Просунь руки в этот агрегат. Захваты активированы. Эй! Спокойно, это восстановит твою способность исцеляться. Открывайте! Они уже здесь. Мне нужно идти. Увидимся в лаборатории нейрохимии. Удачи, Логан. Фаза 1 закончена. Фаза 2 закончена. Фаза 3 закончена. Процесс завершен. Копию сделайте. Черт, он еще жив! Оружие, огонь! Противник обнаружен! Прекратите его! Прекратите его! Отбросим!
назад! Держать его в прицеле! Черт, что там я разорву тебя. Немедленно связаться с командирами подразделений. Нужно спешить. Солдаты уже идут. Садись. Эта машина восстановит твое гиперчутье. Прекрасно. Мне нужно идти. Процедура займет всего несколько минут. Когда она будет закончена, выйдешь через ту дверь. Спасибо за помощь. Логан, здесь есть маленькая девочка, и ей тоже нужна помощь. Возьми ее с собой. Эй, у меня нет времени работать нянькой. Пожалуйста, Логан, она в списке смертников. Ты должен помочь ей. Пожалуйста, Логан, ты ей нужен. Активация маскировки. Я все лечу со стрелок. Yeah.
давать меня на Я Логан. А ты кто? А я Анна. А, так это тебе говорила доктор Фрост? Доктор Кэрол обещала прийти за мной. Посмотрим, что тут можно сделать. Мистер Логан! Анна, закрой глаза. И не открывай их, пока я не скажу. Ладно? Да, мистер Логан. Ну что, уроды, поговорим как взрослые. Да, у тебя серьезные друзья. Пойди, пойди! Огонь на поражение! Я сделала, как вы сказали, мистер Логан. Зажмурилась крепко-прикрепко. Молодец, малышка. А теперь нам пора выбираться. Я помогу! Я запомнила, где выход, когда меня вели сюда. Эй, что за... Какого... Ты телепортировала нас? Я передвинула нас, если вы об этом. Сможешь передвинуть нас за ту дверь? О, не сейчас. Двоих сразу мне двигать очень тяжело. Нет проблем. Жди здесь, а я доберусь до комнаты управления и открою дверь. Сама я могу попасть туда очень быстро. Подожди, я... Берегись! Девчонка у нас, полковник Страйкер. Не подпускайте ко мне это животное!
Очнись, малыш. Ты слышишь меня? Что случилось? Пора уходить. Ладно, я попробую. Нет, стой. Простите, мистер Логан. Передвигать нас обоих очень тяжело. Мне нужно отдохнуть. Не волнуйся, детка. Анна, тебе нужно уходить. Передвинь себя как можно дальше от этого места, хорошо? Нет, я не пойду без вас. Открыть огонь! Тебе нужно уходить, Анна. Иди. Будь осторожна, малышка. Хорошо, мистер Логан. Оператор, затопить водосброс. Но, сэр, там еще наши люди. Наверное, вы перепутали меня с офицером, который любит все повторять дважды. Водозатворы открыты.
Сейчас они пытаются меня убить.